Всем привет, с вами Всеволод Фиалковский, и сегодня я расскажу вам о своем рационе питания. Тем более вы очень часто просили, чтобы я записал для вас это видео. Но прежде чем переступим к конкретному меню, я хочу рассказать про свой рацион. Он оттачивался годами, я очень долго шел к этому рациону, и когда наконец-то уже с этим определился, получилось так, что он у меня практически не меняется изо дня в день. То есть он очень-очень однообразный, но при этом мне это абсолютно не надоедает практически. Поэтому все, что я вам здесь расскажу, это вот 95% дней моего рациона питания. Там бывают какие-то моменты, но в принципе я именно так и питаюсь практически каждый день. Поехали! Начнем мы с завтрака. Завтрак — это самый основной и главный прием пищи, так как вы спали, ваше тело находилось 8 часов в анабиозе. После тяжелой тренировки, я надеюсь, если вы тренируетесь вместе со мной. Вот, и соответственно завтрак должен состоять из белков и углеводов. Самый качественный эталонный белок идет, это яичный белок, потому что там полный комплекс аминокислот. Это первое, и второе, должны состоять сложные углеводы. Вот, поэтому я изобрел такое меню, оно мне очень нравится, его практически никогда не надоедает. Это рис с яйцами. Я не знаю, ни у кого не видел, сколько я не пересматривал ролики. Обычно у всех завтрак — это овсянка, у других это бывает овсянка. Я смотрел, еще был такой рецепт, это овсянка с бананами. Кто-то ест овсянку с орехами и изюмом. Я ненавижу овсянку, я пытаюсь ее есть иногда, но у меня она вообще не лезет. Вот рис с яйцами — это идеальное блюдо для меня. Поэтому я просто перемешиваю рис с яйцами, добавляю туда сыр для большей калорийности, так как я мезоморф или эктоморф, что-то смешанное. Вот. И добавляю кетчуп потом, чтобы это проще было скушать, потому что с утра не всегда бывает идеальный аппетит. Вот, и делаю себе два тоста, бутерброда с творожным сыром, помидоркой и салатом. Вот. Такой завтрак у меня практически каждое утро. Итак, второй прием пищи, или как некоторые его называют, обед. У меня состоит все очень просто. Это куриное филе с рисом. Рис, чтобы он мне не так сильно надоедал, я иногда делаю рис с овощами. Обычную заморозку использую. Вот, филе готовлю, обычно режу кусочками, так как она быстрее готовится. Добавляю различные соусы. Использую соусы терияки, все различные якитори, корейские заправки, томатные соусы, сметанные соусы. То есть максимально сделаю разнообразие, чтобы это ни в коем случае не приедалось. И в принципе курица мне не приедается. Вот, также обед у меня обязательно идет с салатиком. Обычно это идет по сезону, в данный момент у нас зима, поэтому квашеная капуста, летом салаты побогаче, вот, обязательно салаты. По поводу курицы. Курица иногда может надоесть, и все-таки нужно чем-то разнообразить. Свинину я не ем, говядина резиновая, поэтому остается выбор только рыба. Раз в неделю я себе могу позволить, делаю подарок, такой королевский прием пищи. Я покупаю лосося, стейк, беру брокколи, и получается такой просто обалденный прием пищи. В камеру поближе. Вот, слюни текут. После этого видео, наверное, первое, что я съем, это вот это. Вот, то есть королевский прием пищи, просто супер. Стейк, в принципе, стоит недорого. Один стейк выходит не больше, там, 200 рублей. В принципе, раз в неделю позволить себе можно. Тем более, рыба полезна, омега-3, все дела, ну, вы поняли. Итак, переходим к третьему приему пищи. Он у меня обычно бывает непосредственно до тренировки, так как тренируюсь я преимущественно вечером. И очень легко у меня усваивается, и чувствую прям прилив сил во время тренировки. Это обычный творог. Я никогда не смотрю на процентность творога, там беспроцентный. В среднем беру 5% творог. Это не важно абсолютно. Вот. И по моему опросу у своих знакомых и друзей, и многих других людей, очень многие просто не любят творог, не переваривают его. И я понял, в чем причина. Оказывается, многие долбанутые тренера в фитнес-клубах навязывают своим клиентам, что нужно кушать творог без сметаны, без сахара, без ничего. Конечно, его невозможно так есть, он приторный. По моему рецепту этот творог будут кушать все, даже дети. Я сюда добавляю бананы, изюм, орехи, джем, сметану, все это перемешиваю. Ну, это просто десерт. Я не знаю, ну,
Зачем мучить себя какими-то изнурительными диетами, когда можно питаться вкусно и правильно, и при этом отлично себя чувствовать? Ну, просто не понимаю. В общем, делюсь с вами этим рецептом, секретом. Кушайте на здоровье. Переходим к четвертому приему пищи. Я не всегда успеваю покушать 4 раза в день. Но все же, если это получается, это бывает обычная яичница с сыром и с помидорами. Вот, если я чувствую, что в течение дня я не набрал необходимое количество углеводов, то я добавляю вечером еще и рис. То есть я не боюсь кушать углеводы на ночь. Я не растолстел от этого, ничего страшного. Это все вы должны чувствовать сами со временем. Не знаю, может быть, через 5 лет это у вас получится, если попитаетесь в таком режиме. То есть с чего мы начали день, с того же и закончили. Опять же, потому что куриное яйцо – это эталон белка, там максимальный набор аминокислот. Поэтому от яиц вам плохо не станет, не будет у вас никакой аллергии, не бойтесь. Я кушаю, получается, по 6 яиц в день в среднем, и ничего страшного. Вот, с основным рационом мы закончили. Также в моем меню присутствуют перекусы. Как же без перекусов? У меня часто спрашивают не только про питание, как отказаться от сладкого, как же жить без сладкого, как же я без вкусняшек, без конфеток. Ребят, не обязательно кушать конфеты. Есть много других сладостей, которые полезны и которыми вы не сможете переесть. К примеру, вот изюм. Изюм, я люблю сорт Джамбо, я ем с орехами. Да, они калорийные, да, все боятся скушать пару орешков, но вы не съедите мешок орехов и мешок изюма в отличие от мешка конфет. Потому что если вы будете реально себя ограничивать в простых углеводах, вы будете периодически срываться и просто обжираться конфетами. Это частые случаи, я постоянно про это слышу. Поэтому простые углеводы, сладости какие-то банальные должны постоянно присутствовать в вашем рационе. Тогда у вас вообще не будет срывов. Никогда не будет срывов, если вы ни в чем себе не будете отказывать и знать, что и когда правильно кушать. Поэтому обязательно у меня в перекусах это орехи с изюмом. Также в течение дня я постоянно кушаю бананы. Вообще, такое правило, что если вы голодны, вы набрасываетесь на все подряд. К примеру, вы пришли домой, и у вас еда еще не готова, и вы понимаете, что пока она приготовится, пройдет еще там около получаса времени, вы можете накинуться на что-то неполезное, какую-нибудь шоколадку или еще что-то. Съели банан, голод пропал, дурные мысли пропали, готовите еду спокойно. Все очень просто и полезно. Дальше. Начинаем про мои слабости. Так как это мой рацион питания, не рассказываю, как питаться правильно, я рассказываю, как питаюсь именно я. У меня есть такая слабость, это крепкий, жесткий, терпкий кофе. И его многие вообще даже и глотка не могут сделать. Я обожаю кофе, покупаю самые крепкие сорта. У меня дома есть кофемашина, это моя слабость. Также, в принципе, я читал много статей про кофе. Мнения расходятся. В принципе, говорят, что кофе в чем-то даже полезно. Кто-то говорит, что кофе вредное. Я пью кофе, я обожаю кофе. Также я кофе пью с горьким 85 или 90% шоколадом. Вы его тоже много скушать не сможете, если вы вообще его сможете кушать. И я же обожаю кофе с горьким шоколадом. Также переходим к мюсли-батончикам. Мюсли-батончиков я перепробовал все виды, что только существует у нас в городе. Я обожаю мюсли-батончики. И это не реклама, я просто рассказываю про тот, который больше всего мне подходит. Это корни. Они сейчас продаются практически во всех магазинах. Вот, я больше всего люблю вот либо с арахисом, либо вот с орехами зелененькие. Они дороговатые, где-то они по 55 рублей, где-то по 45. В магазине «Лента» по красным ценам они бывают по 29 рублей. Когда я вижу эту цену, я сразу покупаю, не знаю, штук 20, наверное, этих корней. В день я съедаю один или два. Очень, очень хорошо помогает перебить. Перекус такой. Вот, также у меня есть такое лакомство, это творожные сырочки. Опять же, я очень много разновидностей перепробовал. Самый мне больше всего подходит, это Б.Ю. Александров. Они практически нигде не продаются, вы их все равно нигде не найдете, поэтому вы можете даже не искать. Но они обалденные, тут реально темный шоколад. Тут не глазурь, а темный шоколад. Они супер вообще. Кстати, тоже дорогие, поэтому
вы ими не потолстеете от них, потому что они стоят дорого. 700 рублей. Шутка, 50. Дальше. По поводу чаев. Я люблю погонять чаи. Чаек. Чаек. Вот. Завариваю постоянно травяные чаи. Покупаю у всяких бабулек, всяких магазинах. Чаевые сборы, витаминные чаи. Здесь очень все вкусно и полезно. Не люблю черный чай. Пью травяные сборы. Также пью в прикуску с медом. Вот, у меня есть термос, я всегда беру с собой термос, если какие-то далекие поездки. Ну вот, в принципе, весь мой рацион, как вы и просили, я вам рассказал про свой рацион. В принципе, если считать его по эталонам правильного питания, оно на 90% соответствует правильному здоровому питанию, а может быть и на все 100. Вот, я не рассказывал о том, как правильно питаться, и при этом сам питаюсь неправильно. Это вот на 95% мой собственный рацион питания, так как я питаюсь, так я питаюсь практически каждый день. Теперь отдельно хотелось бы поговорить про тех людей, которые говорят, что у меня нет времени, у меня работа не позволяет, у меня командировки, у меня нет рядом столовой или еще чего-то. Вопрос только желания. Ребят, контейнер спасет мир. Обязательно покупайте контейнеры, которые вот таким вот образом закрываются, чтобы ничего не переливалось, все было плотненько, не воняло едой в машине. Вот, если жарко, используйте аккумуляторы холода. В фикс-прайсе они стоят по 50 рублей, это не такие большие деньги. Два штуки покупаете, закидываете в сумку. Физику учили, да, что надо холодный воздух опускается вниз, поэтому кладем контейнеры не на низ, а наверх сумочки. Лайфхак для вас. Вот. Поэтому контейнер я сам постоянно в разъездах. Мы постоянно забиваем сумки едой. Я вам сейчас покажу фоточку. Вот она. Фоточка, как мы ездим в командировке. Вот такие вот у нас контейнеры. Вот, поэтому было бы желание правильно питаться. И еще одно самое главное преимущество контейнеров в том, что вы просто исключаете возможность съесть что-то ненужное или вредное. У вас всегда с собой есть правильное питание. Все, что вам нужно, это найти микроволновку. С этим проблем никогда не бывает. Поэтому все зависит только от вашего желания и от вашего желания. Правильно. Ну вот, собственно, и все. Я ответил на ваш вопрос, как я питаюсь в течение дня. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайк, задаем другие вопросы. Я буду обязательно на них отвечать в следующем видео. Всем пока. Я хочу кофе. Оу, еа. Шоколадочку. Да. Так. Угу. Так, брокколюшка. Нормально. Так. Тоже хорошо. Не хватает. Орешка. Так, терияки, терияки, это моя слабость, ребята, это что-то, бутербродик, да, а теперь сними время, сколько, блин, уже 12 часов ночи, я стану толстым, на пофигу, надо хавать.